Бать, чуваки, чё я тут начитался? Тут даже можно... У меня уже есть сварочная маска, при условии, если у меня будет сварочный аппарат и металл, я могу захуярить... Ебать, я всё это на землю накидал. Пиздец, я молодец. Ладно, похуй, сейчас переложим, не проблема. Я могу, блядь, сделать эти... Вообще... Как они называются, блядь, забыл. Решетки металлические, во. Так, давай-ка все сюда, без газеты. И молоток потом отдельно. Ебать, долго. Я думаю, вообще сейчас баррикады там сниму и сюда поставлю. То есть, я думаю, я не буду париться и там баррикадироваться по новой. Там просто можно с помощью молотка все снять. Поэтому молоток тоже, ишь. Не-не, все, хватит, молоток оставь. Мы сейчас с помощью него будем работать. Спать скоро надо идти ложиться. Спать пока рановато, я еще не закончил то, что хотел. Так, а тогда молоток пока убивать на биту не... Бля, я не закрыл дверь за собой, сразу видно, молодец. Ебать, нихуя себе, у меня-то дома пиздец. Ладно, давайте захуяримся с ними в таком случае. На тебе... Отошла нахуй. Поебалу раз. Блять, вот это опасно, это уже опасно. И еще и третий идет, сука, а? Хуйло. Нет, с третьим уже невозможно, я просто отступлю. Пускай идут за мной, я их уведу сейчас в другое место. Три для меня, я, меня двое убивают, если что, блядь. Я умер в прошлый раз от двух зомби, потому что ничего не смог с ними поделать. Со скоростью оборота и прочей хуйней. Пускай пиздуют за мной. Здесь мы их сейчас затеряем, нахуй. На этой стороне улицы. И перейдем дальше, продолжим заниматься своими делами. Мне кажется, они меня не очень-то потеряли. Да, они определенно видят меня. Мдемс. Ситуация. Еще и около дома. Блять, в предыдущем зомбоиде я бы даже не думал, на самом деле. Я просто подошел бы и убил их нахуй. Так по очереди с каждым спокойненько. Сейчас же нужно немножко... Ну, бля. Неплохо вышло. Эти не услышали? Заебись. Ну и третий тогда тоже иди сюда, ебать. Что такое, бля, солнце мое, нахуй. Бита сработала как надо, когда надо. Нихуя интересного нет. Ладно, погнали чистить дальше. Ебать, дорогие, а вы-то что тут нахуй потеряли? Да баррикады на окна ставить. Так, вот сейчас раз, два, три, и тебя нахуй. Раз, два, три, четыре. Омега, ебать, на футболке омега. Нож для конвертов. Хуй знает, нужен он, не нужен. Не думаю, что нужен, возьмем. Жемчужное ожерелье, кукла, туфли, юбка. Все остальное отстой. Ладно, это дерьмо мы зачистили. Зачистили, значит, меньше проблем. Теперь давайте снимать баррикады. Так, убрать баррикаду. Бля, громко я это делаю. Одной баррикады меньше. Убираем вторую. Бля, здрасте. Очень мило. Внутрь заглянем. Бля, можно это как-то стекло? Убрать остатки разбитого стекла. Это, скорее всего, из окна. Пить охота. А это как-то можно, блядь, убрать? Построить можно. Дверь. Дверная рама. Доски, гвозди. Двойные деревянные ворота. Класс. Так, здрасте. Что у вас тут так забаррикадировано-то неплохо? Пайп-бренч, так, инструменты уже есть, хорошо. Я как будто слышу наверху кто-то долбится. Ага. Все занавешено простынями. Реально, здесь кто-то жил и жил неплохо. Пиздец. Вот и приехали, блядь. Спина. Просто скорость. Вот, блядь. Новый, блядь, зомбоид, как бы. Какая спина, нахуй, блядь. Пиздец, блядь. И самое интересное, меня спасла моя одежда, блядь. Оба раза.
как ни крути, от этой хуйни, это просто пиздец. Страховка сработала на 5-5 с плюсом. Дайте хоть посмотреть, что там, блядь, со мной случилось. Пиздец, легкий урон. А, все-таки что-то случилось. Но я этого не знаю. Что у меня по навыкам? Хуй его знает. Что-то произошло, короче, блядь. Как состояние? Жакету хуевенько. А этой маске? Ладно, похуй потом. Ничего так ничего. Я не настаиваю. Ебать тут хавки. Так, ну вопрос с едой нахуй закончен временно. И рис еще. Явно тут уже это никому не пригодится. Удачно, удачно зашел. Потом еще просто не снимем. Перегруз, кстати, непонятно. А, потому что доски здесь. Баррикады. Так, ну вот, жить стало проще. Тоже все заебись. Макияж для глаз. Блять, надо все обыскивать в этом, в этой хате. Можно найти где угодно и что угодно. Где хозяин хаты? Вот это вопрос. А здесь что? Вот здесь кто-то есть. Блять, опять началась эта хуйня. Иди нахуй, блять. Толкнуть. Просто толками. Просто толчками. Поеблищу. Блять, я только что видел охуенную винтовку. 223-ми стреляет, но тут только патроны для дробовика. Так, как повесить на спину? Аттач на спину. Давай лучше дробовик на спину повесим, а эту хуйню в руки. Бать, еще еда. Господи, какая удача, нахуй. Это продержит меня на плаву какое-то время. Ладно, давайте пока на этом все. Надо возвращаться домой. А тут есть баррикады. Так, как там мой дом себя ощущает? Вроде пока неплохо. Хоть я и мало тут чего почистил. Свет лучше вырубить сейчас везде. Попить, поесть. Ну, попить-то у нас еще есть вода. Стейком закусим сейчас. Так, консервы сюда, потому что лучше, чем... Нет. Консервы вот сюда. Так. Нет, без коробок патронов. Heads. Хорошо, хорошо. Good, good. Доски с собой. Стейк там не сильно холодненький. Лучше понять теплым. Да нормально. Давай пол стейка наебни. Ты сегодня хорошо поработал. Завтра будет завтра в таком случае. Отбивную обратно в холодос. Оружейный пока у меня нет никакой. Так, а где тут свет выключается? Вот, этот кабинет будет теперь оружейный. Поздравляю тебя, кабинет. А что за ствол-то? Для максимального эффекта держите в двух руках. Тут хуй постреляешь, он еще и без магазина. Так, патроны раз, патроны два, нож для конвертов. Рис забыл выложить. Ну, сейчас пойду выложу. Выкрутить лампочку. Я забыл, на самом деле, запереть дверь. Ну, зачем? Зомби же не вскроют, нахуй. Музыка какая-то неприятная, как будто все хуёво. Рис сюда. Так, ну и спокойной ночи теперь. Надо говорить друг другу и идти ложиться спать наверх. Боже, какая жесть. Столько кровищи, блядь. Надо бутылку для воды найти какую-нибудь. Это светильник так сильно светит? Выключить нахуй. Что-то мне подсказывает, что тут есть еще какой-то источник света. Нашел. Спать. Да, я уверен, пора спать.
Я закрыл дверь у себя. Так, 7 утра, доброе утро, страна. Ко мне никто не ломится, это уже хорошо. Выйдем все еще через окно. Как бы открыть окно. Опача. Вот к нам тут пришла подруга одна. Одна ли? Да, одна. Да, проход в ноги и сделаем сейчас. Карта с пометками, ебать. Нихуя себе. Давайте осмотримся, что мы имеем. В принципе, более-менее еще спокойно. Жить можно. Давайте-ка мы заскочим и посмотрим, что за карта с пометками. Читать карту. Как помечено... Мы в Роузвуде, скорее всего, раз уж мы нашли это место. Не такой большой городок, в принципе. Жить можно. Комьюнити-сервисы, школа, церковь и помеченный дом. Кстати, здесь небольшое шоссе. Тут всего несколько дорог. Можно, в принципе, дорог. Мне кажется, этот дом, это и есть дом, который я лутал. Вот парк начинается. И вот он, парк здесь. Так, мы оставим эту хуйню. Тут на карте разобраться, блядь, с полтычка можно. А еще здесь население не такое большое в этом городке, поэтому жить можно. Я почему-то думал, что я выбрал большой город, но здесь вроде даже жить можно. Так, я забыл. Что мы тут, ебать, разлутываем все. Вообще нужно каждую хуйню сейчас смотреть. Каждую, блядь. Везде что-то есть. Вот бинты, ебать, пинцет, чтобы доставать всякие осколки и прочую хуйню. Ебать, мужик лежит, спит. И пока одна, можно ее проход в ноги сделать. Ничего такого. Как везде здесь. В холодосе есть... О, газировка. Это вода. Воду сейчас сразу возьмем, быстренько половину выпьем. И жажду утолим, и калорий получим. Так, дальше. Нож для хлеба, спички явно нужны. В морозилке нихуя. Дальше нихуя, миска. Ну давай будем есть, мы уже стрелки едим, как люди. Кастрюля тоже пригодится, чтобы всякие делать там приколюхи. Нож бы взять, на самом деле, потому что хоть каким-то ножом, знаешь, резать, чтобы можно было. Ингредиенты. Пустая банка, бутылка воды, еще лучше. Так, с этими ребятами определились. Шторы теперь обязательно снимаем, потому что нам они нужны, чтобы все завесить. Так, место еще есть. Без сумку бы, конечно, попизже какую-нибудь намутить себе. А тут я уже был. Я уже запутался. А нет, вот pipe branch как раз. Не знаю, зачем мне этот инструмент, но явно пригодится. Так, здрасте, макияж для глаз. Надо себе еще тумбочку притарабанить, кстати, какую-нибудь, потому что у меня мало места. Так, курсы кулинарии, журнал электроники, газеты, радиоприемник. Давайте все, что здесь есть. Литература очень важная вещь. Немножко перегружен. Ну уж потерпеть придется, ебать. Так, тут была еда, я помню. Простыня, снять штору. Здесь внутри также две шторины есть. Снять штору, снять штору. Я думаю, когда за тумбой идти, сейчас или потом. Сейчас, в принципе, ничего не очень-то хочется идти пиздярить туда. Мертвая крыса, свежая, блядь. Свежую крысу никто не хочет съесть. О, вкусная тишка бы была. Так, тут я уже везде был. А вот здесь не очень-то помню. Кубик Рубика. Кубики, лонгшот. Не знаю, зачем это нужно, но... Зачем-то, наверное, нужно. Так, мне бы, пожалуйста, еще одну штору. Пока что просто обустраивание своего убежища идет. Тем более, что народу здесь немного, жить здесь можно.
Потом еще будем баррикады снимать сейчас. К себе эти переставлять. Дверь я себе точно нахуй заколочу. Я буду теперь заходить только через второй этаж по веревке. Открыть штору, снять штору, построить все потом. Тут шторы есть. Первый этаж надо полностью занавесить, нахуй. Полностью, блядь. И идти заколачивать двери. Простыня номер раз. Закрыть. Двери, окна сейчас будем заколачивать. Закрыть штору. Тут она уже есть. Чё в кабинете? А, в кабинете у меня арсенал. Я, честно, не очень помню вот этого места. А потому что я его и не видел. Проволока. Хорошо бы сюда все инструменты перетянуть потом. Литература. Электроники, третий том. Давай, давай, не стесняйся, блядь. Все, что есть, давай, нахуй. Тяжело. Тяжелый груз. Да не надорвусь, ебать, хуйня осталась. Книги, газеты, блядь. Это все литература. Так, ну и второй этаж мы занавесим в любом случае. Где там моя... Master bedroom, блядь. Сейчас мы сюда нагрузим все книгами. Так, шэц. И мисочку сюда тоже. Расставляем в алфавитном порядке все. Кастрюлю обязательно туда поставить надо, миску. Шнур не нужен, журнал, дневник даже есть. Могу почитать? К сожалению, ничего не написано. Может быть, если чей-то был бы дневник, было бы клевее. Спички, сыр, кастрюли, витамины, бинты. А это еще не все книги, у меня еще была парочка здесь. Карта с пометками, оставим пока при себе. Журналы, газеты. Бать, веселая жизнь, походу, у меня будет. Четыре простыни. Пошли занавесить вообще все. Тут у нас ничего особенного, правда ведь? Спрей для волос. Красота. Интересно, эти, блядь, ту-ту, стуки двери, они создают много шума или нет? Закрыть штору. Две ванных. Устал, ебать, пиздец. Все еще перегруз, кстати. Ношу, потому что дохуя с собой. Закрыть штору. Игральные карты. На этом, кстати, все. Устал слегонца. Да похуй. Где там моя охуевшая эта? Кстати, вот стеллаж стоит. Можно в этот стеллаж что-нибудь сложить. Например, витамины, пинцет, антидепрессанты и все остальное. Витаминки, кстати, лучше бы съесть, наверное. Снижает усталость как раз. Принять таблетки, ебать. Шнур, чтобы себя вязать. Класс. Так, я, кстати, дурачок, потому что я не помню, куда я... Я не помню, куда я сложил... Инструменты. Но думаю, где-то наверху. Наверху, я помню, я их складывал. Говорю, здесь у меня, блядь, будет моя нахуй мастерская. Но я не помню, где именно, блядь. Гений. Здесь, наверное? Да. Доски со мной, бинты со мной. Где эти гвозди? Гвозди сюда, доски сюда. Спички туда. Кастрюли сейчас выложим. Бинты выложим, пайп ренч сюда, потому что не нужен. Чё в руках у меня? Отвертку оставим, простыни тоже не нужны, пусть тут будут. Часы, витамины не надо, витамины вниз пойду отнесу. Ну и все, похуй. А теперь мы начинаем застраиваться. Застраиваться жестко, ебать. Чтобы было неприступно, нахуй. Так, а чтобы было неприступно, нахуй. Что-то я еще должен был сделать и забыл. Ну ладно. А, да, сыр и кастрюли сложить, точняк. Бля, эту стену, у меня же кувалда, мне нужно снести нахуй. Я помню, кувалда, вроде здесь стену, она не нужна. Она просто не нужна.
кастрюля, миска, формы для выпечки, гвозди, бинты есть, молоток со мной. Ну погнали хуярить баррикады в таком случае. 11 часов, солнце еще высоко, ебать. Построить деревянный пол, деревянный ящик, мебель, забор. Деревянный ящик можно захуярить. Прочь, деревянный крест. Похоронить кого-то. Что за забор? Тоже не нужен. Кстати, стена деревянного стола, стена из бревен есть. Лестницы можно построить, куча всякой хуйни. Бар. А как мне, собственно, захуярить баррикаду? Рама для стены, прочий деревянный крест, груда камней, кол, забор, лампа на столе, мебель. Можно захуярить любую полку, шкаф или что-нибудь еще. Поставить баррикаду там, блядь, наверху. Двери надо тоже обязательно будет заколотить. Одна есть. Там есть одна, там есть и вторая. Доски еще надо будет искать. Машину хочу. Доски еще остались? Или это все? Есть еще одна. Двери обязательно. Мой дом, моя крепость. Бля, зомбечу, кстати, маловато. Пиздец, я до этого, когда играл, вроде большие города выбирал, там был пиздец. А нет! Готово. Тут сейчас так просто жить. Ну, по крайней мере, трудно сказать просто, наверное, не то слово, но все еще лучше. Тут лучше жить. Кайф. Все баррикады отсюда снимаем, потом туда ставим. Сильно, сильно неподъемный груз движения под угрозой. Да мы аккуратненько, по стеклу только ходить не будем. Я очень надеюсь, что я смогу здесь подняться, поставить баррикаду. Да, подняться поверх, там я уже видел пункт. Давай сразу еще одну баррикаду, две сюда. От греха. Хочу, хочу сварочный аппарат и еще металлопрутья поставить какие-нибудь. Живу, ебать. Заканчиваются баррикады, я что-то по два в окно делаю, так, по мажористому, хотя надо по одной делать. А вон еще три и две, кстати, есть, нормально, хватит мне. Пить хочу, а в чем проблема, блядь, почему вода нахуй не в руках? Все, попей. Ебать, тут у нас... Бойскаут затесался. Ориентирование на местности проходит. Ну давай, иди сюда, чё уж ты. Блядь, два бойскаута. Блядь, три бойскаута. Ладно, блядь, спиной не будем подставляться. Я не знаю, насколько молоток действенная хуйня. Мне кажется, блядь, не очень. Ну пиздец, приплыли. Отойдите, блядь, отойдите. О, нихуя себе я дал. Блядь, одна легла, по-моему. Да. Ладно, похуй, пока одна лежит в таком случае. Где, блядь, моя бейсбольная бита? Можно узнать нахуй. Так, начнем, блядь, с того, кто делает проход в ноги. Пиздец. На меня, блядь, на меня, на меня. Да на тебе въебало, блядь. Так. Хорошо, ебать, одна и вторая. Остальное похуй вообще. Блядь, вылезла из ниоткуда. Сними баррикад. Надо, блядь, следить еще за гигиеной. Мыться и все такое. Иначе могут быть проблемы. Заболевания нам нахуй не нужны. Особенно с моим дебафом. Кстати, как я себя ощущаю после того нападения? Легкий урон все еще в состоянии. Хум-хум-хум. Интересно. Так, что у нас тут? Поставить баррикаду. Сразу по две будем ставить на окна.
Двери-то они и так, в принципе, могут выдержать нормально. Хочу металлическое все сделать, чтобы, блядь, быть вообще неприступным. Хорошо, что зомби не умеют подниматься, да? Сейчас бы еще разные типы зомби здесь. Тут уже на двери есть одна, да? Да, две баррикады. Класс, класс. Нормально, отлично, даже скажем, отлично. Вон еще две баррикады на окна сюда, на две. И на этом все. Вон еще, кстати, гараж. Надо пробовать теперь машину размутить. Сейчас что-нибудь еще сделаем. Съедим, в смысле. Сумку надо поинтереснее, машину надо, одежду надо, оружие надо нормально. Хотя бита пока есть. Особо напрягаться не приходится. Вообще нахуй, чтоб ничего не было видно. Хотя две доски, по-моему, еще видно внутри. Все, на этом баррикады закончились у нас. Да. Пошли сложим все лишние инструменты, освободим себя. Залезть по веревке. Гэтс, вот мы и дома. Всегда украдкой, всегда трусцой нахуй бегаю. Качаю, качаю скрытность чисто. На серьезных щах. Так. Пока в форме. Еще сейчас нужно что-то сообразить с перекусом. Пойти себе накрафтить супа какого-то, блядь, чтобы он был хотя бы. И не ебал мне голову. Так, я хотел сказать, что нам нужно отвертку сюда. Гвозди все сюда. Биту можно и оставить. Часы можно и оставить. Да все, в принципе, я пустой. В остальном. Бинты и нож для хлеба. Нож для хлеба. Тум. Нож для хлеба вправо. Бинты. Похуй куда. Так, ебать. Теперь самое интересное. Готовка, нахуй. Тут есть у нас крафт. Вон, миска бобов. Кастрюля супа. Создать штуку, похуй. Оно все рядом, кстати, можно прям так сделать. И что, он у меня создастся? Типа все, что рядом, можно использовать. Можно глянуть на кастрюлю, пожалуйста? Где она? В руках у меня? Ебать, удобно. Приготовленное, свежее, сырое. Давай готовить его в таком случае. Да, я понимаю, это такое. Ну, похуй, есть суп, нет проблем. Так, включить. Настройки, кстати, да, посмотреть. Ебать, тут можно реально температуру ставить. По Цельсию. Вон, 200 по Цельсию. Хуярим, как бы, в духовке. Таймер. Можно таймер поставить, ебать. Да я побуду тут, в принципе, не впадлу. Так. Бля, круто. А что там еще может быть? Миска бобов. Овсянка. Это типа дальше уже то, что ты не можешь поставить. Не можешь сделать. А я могу в миску положить себе кастрюлю супа? Вот такой вопрос. Или мне прямо отсюда хавать? Ну, если отсюда, я отсюда похаваю без проблем. Легкий перекус. Наполнить бутылку воды. У меня сейчас отбивная из того раза, кстати. Лучше принимать теплым, несчастье дает. Вечером буду есть. Оно, наверное, даже не повысит. 30, 30, 20. Хоть бы когда оно готовое было, хоть несчастье бы повысило. 30, 30, 20. Как мои скиллы себя ощущают. О, скорость бега скоро будет. Легкий шаг нормально, скрытность нормально. Кач пошел потихонечку. Строительство становится еще лучше. Так, есть уже приготовленное. Выключить. Сколько там? 39, ебать, стало больше утолять. Теперь могу ли я наполнить себе миску супом? На самом деле вроде бы нет. Хотя может быть и могу. Где взять миску? Наложить бобы в миску. Да не, мне нужно просто взять, как бы. Слить на землю. Да, блядь, час, нахуй. Бобы он, видишь, откроет. Ладно, давай отсюда пить одну
Четверть. Четвертину выпьем супа. На 4 раза. Будем пить по четвертине в раз. Еще надо пить? А, нет, только сейчас взял, только сейчас пьет. И думаю, охуел, что ли, блядь? Четверть кастрюли въебал. Гэц. Поел, ебать, нормас. Суп нет, блядь, суп в холодильник. Суп в холодильник. Так, консервный нож, миски. Через крафт будем все делать. Да, блядь, не сюда, нахуй, пожалуйста. Просто сделай то, что я тебя прошу. И куда? Куда ушел, ебать? Нахуй, положил в плиту, молодец. Так, куда надо положил? А это куда ты нахуй нес? Нормально. Сюда и сюда и ладно. И хорошо. Витаминки с собой поношу. Место есть, все, пошли, ебать. Так можно долго надрачивать. 15 часов. Молоток забыл выложить. Ну, наверху в мастерской выложу. Че мне его с собой таскать? Хотя я же, блядь, строитель, нахуй. Мне молоток. Как, блядь, третья рука. Бита! Вбить гвозди в биту, да не? Хотя давай, блядь. Вбиваем. Ей и так уже пизда скоро. Она теперь серьезнее стала, определенно. В обе руки берем. Молоток сюда. А гвозди где? На месте же, да, на месте. Бита теперь с гвоздями. Так, рванули, ебать. Блядь, да, перелезть. Спуститься по веревке? Надо в рот, просто надо перелезть. Да, фу, пиздец. Сыкотно, нахуй, такая хуйня, когда происходит. Бля, вот это хуёво. Ладно, похуй, пойдем туда в другую сторону. Пойдем путешествовать вниз. Нужно найти автомобиль. Как раз биту протестим. Ух, ебать, там ребят. С топором? У него топор, нахуй, в затылке? Мне топор нужен очень. Да, у него определенно топор, блядь. Это раз, два, тут что-то дохуя народу, блядь. Ебать, пиздец. За этот топор придется охуенно побиться. На, нахуй. Я боюсь, это не то, что сейчас нужно делать. С ними драться сейчас не очень. Не, ну на, нахуй, нахуй. Нет! Ох, бля, урвал. Ебать их тут до пизды. Ебать, они там перевалились. Челик с топором, кстати, там остался где-то, ебать, лежать, отдыхать. Сделаю вид, что ухожу отсюда. А это что за хуйня? Погорелый дом какой-то? Что с ним, блядь? Да, видимо, погорелый дом. Можем вполне зайти посмотреть, что здесь сгорело. Ебать, есть вообще нетронутые кусочки. Шторы есть. Шторы не сгорели, прикинь. Холодос не сгорел. В холодосе кукуруза, блядь. Класс. Может, здесь консервы не сгорели? И точно не сгорели консервы. И перец. Соль, перец есть. Можно теперь по вкусу добавлять всякую хуйню. О, кстати. Генератор, блядь. Я, кстати, его вроде бы видел, а вроде бы нет. Металлолом, лист, трубка, коробка гвоздей. Все это нужно. Это все охуенно нужно. И генератор прямо сейчас надо будет тащить. Так, взять генератор. Да, понимаю, сейчас будет пиздец, там еще передо мной ходили товарищи. О, бля, отъебитесь, а. Бля, неподъемный груз, движение под угрозой. Ну, мы осторожненько, да? Машину вижу, полицейскую и другую. Здесь парковка наверху. На парковку надо сходить. И топор надо забрать. Так. Там один пиздярит, но один не проблема. Проблема вот здесь. Бля, тут вообще кошмар. Просто пиздец, нужно максимально осторожно подходить домой и вообще не шуметь теперь ни в коем случае, иначе я хуй отобьюсь. Ать. Все, ебать. Дальше тихо, спокойно. Генератор пока тут брошу. Хоть не, пойду вниз отнесу. Телевизор хоть потом посмотрю. Устал. Ну еще бы не устал. Передохните. Передохнем сейчас. Бля, я надорвал спину. Сука. Необходима первая помощь. Ну, согласен. Бегать не стоило с ним.
Как я себя? Незначительный урон. Это от того, что я перетаскал, да? Бля, я слышу еще снаружи, там какой-то анальный пиздец происходит. И рядом зомби. Ну, пока здесь сброшу все. Типа металлолома, прута, листа, труба, гвозди еще одни. Бля, сейчас за топором идти, хотя уже с такой-то хуйней. Лучше сегодня книги тогда почитаю. Буду тихонько, осторожно читать книги, и на этом все. Пить суп, читать книги, восстанавливаться. Так. Давайте стейк доедим целиком. Сегодня заслужил себе стейк. Давай погреем. Так, пока стейк греется, можно сбросить всю хуйню, типа кукурузы, чтоб не пропало. Еды у меня на недельку хватит. Это точно, даже может на больше. Блин, он так запарил это делать. Вот сейчас куда он пошел? Нормально положил, ладно. Бинты с собой ношу, потому что мало ли когда они могут пригодиться. Карта с пометками, блин. Тоже такой момент интересный. Школа есть. Фаерхаус, полистейшн. Мне бы найти что-нибудь из этого, я бы сразу сориентировался. Опять же, парк есть. Тут небольшой, тут большой парк где-то. В тюрьму можно съездить, смотри, потом будет. По дороге, посмотреть, что там. Может, там есть какое-то оружие. Кач? Или что за музыка? Сожженная. Я сжег, я, блядь, сгорела нахуй, пиздец. Вот я хуйню сделал. На этот раз получилось быстро. Так, тогда кастрюля супа, ебать. Пить еще четверть. Хотя лучше даже половину, наверное. Чтобы восстановиться. Хотя сейчас напишет сытость, то одной четверти хватит. Прям с кастрюли хуярю. Еще давай сразу. Полный желудок, чтобы восстановление шло. Хотя хуй бы с ним, оно и так пойдет. Бля, кастрюлю супа в день жрать, это что-то ты конкретно нахуй думал, дружок. Тяжело, конечно. Что у нас в книгах тут? Есть что-нибудь интересное, чтобы я хотел узнать? Лист бумаги здесь есть. А там что за книги? Я бы с удовольствием встал и ходил быстрее, ребят, но не хочется. Слишком много народу здесь. Витамины, пинцет. Витамины вот хочу. Влить, ебать. Принять таблетки. Кстати, я принял витамины, и мне стало легче, заметили? Очень незначительный урон. Витамины помогают. Че, покачу? Ничего пока не изменилось. Давайте выберем чтиво, ебать. Металлообработки, третий выпуск, третий выпуск. Журнал инженеров обучается дать шумелку. Давай. Читаем, как шумелку создать. Интересно, ебать. Обучайся за шумелку. Вы уже это прочитали. Класс, ебать. Металлический забор. Читать. Прочитал. Сенсоры движения. Прочитал. Быстрые. Журналы потом. Кулинарии, том 2, том 3. Я, наверное, том 2 не справлюсь, да? Я слишком тупой для этого. А первого тома у меня ничего нету. Металлообработка, третий выпуск. Хуёво, давай посмотрим хотя бы, что я научился с этими шумелками делать. Выживание. Чё за шумелки? Наборы для костра, там всякие, основное. Металлообработка. Кстати, вот паяльную лампу бы найти, вот было бы классно. Вон, сенсорная шумелка, смотри. Сенсор движения. Это все в электрике, да, делается? Сенсор движения, сенсор движения.
Создать шумелку. Шумелка. Электронные части и усилок нужен. Пошли пока пособираем, поразбираем всякую хуйню. О, что-то научился, походу. Скорость бега, ебать, повысил. Нормально. Давай рацию сюда. Отвертку. Уже жрать хочется. Пиздец, охуел, блядь. Только нахуй поели. Давай разбивай, разбирай рацию тогда. И разобрать наушники. Приемники, передатчики, электронные запчасти. Ну и отвертку туда нахуй. Да, я понимаю, сейчас немножко... Там алюминий, кстати, есть. Немножко подтупливаю, но я просто не хочу, не хочу рисковать. Блять, я так суп... Я кастрюлю супа в день съедаю. Это нихуя нехорошо. Аппетиты у меня нихуевейшие. Давай половину выпьем, все, что осталось. В таком случае. Наверное, это супка из, суп из банки, конечно, типа, одна банка. Ой, бать, все, пошло. Очень долгое завышение. Объелись так, что одежда не налазит. Все, заебись, покушали. Давай продолжим нашу ходку. Там я видел парковку, надо сходить за автомобилями и посмотреть, в каком они состоянии. 19:40, как раз время есть. Блять, они уже здесь ближе. Пиздец. Одна вроде меня заметила. Надо, это, не, этот кризис надо решать сейчас, потому что потом уже будет поздно. Давай, прибавь, подруга, ты же хочешь нахуй разобраться. Давай, давай, хочется мясо, ебать, хочется, пиздец, мясо. Падай нахуй, падай нахуй. Блять, как же она долго стоит, блять. Так, с этой разобрались. Давай теперь ты. В принципе, с тобой можно и... толчками разрулить разговор. Есть контакт. Это что за мужчина, бля, бородатый, красивый. Прям как я. Лягайся. Пиздец, спина. Ебать, мне сейчас повезло. Дед стоит, блять. Ведь Куликовская битва его не тому, кому научила. Стоять даже когда не получается. Давай смотреть дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Блять. Хотя я вижу шесть на самом деле. Если по парочке отманивать. Вот так, по одной. Вон смотри, дама, дама пошла. Ля, дама. Останется сейчас пять. Еще за пусси тактик. У меня пусси тактикс, но блять. Это пусси тактикс. Которая нахуй работает, если вы понимаете, о чем. Он топнул пару раз, сразу хуярит еще одна. Даже двое, даже трое. Нет, они просто идут. Хотя второй вроде заметил жестко. А нет, второй просто заметил. Вот эта подруга одна здесь. Фух, поднял! Давай без хуйни, я вам просто открою, ребят. Я вам открою, вы не ломайте окно, блять, пожалуйста. Я не могу вам открыть, оно закрыто, сука. Откуда они взялись вообще в этом доме? Он же был забаррикадирован. А нет, смог. Один есть нахуй, второй есть нахуй. В смысле, я не понял, а бита реально убивает с одного, когда не нужно даже топать? У нас 4 зомби пока осталось. Ёбаный хардкор, блять. Ну и шо? Ты застрял там, блять? Опа, давай, 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 нахуй, давай, давай. Падай, блять, и вот сейчас. Ох, как поднял. Ох, ебать. Надо по лежачей бить-то. Они когда лежачие с одного раза. И это меня радует охуенно. Жакет заебись. В этом плане заебись, нормас. Ебать, неожиданно. Да, оно практически постоянно убивает с первого раза. Это отлично, я бы даже сказал.
Эта бита мне уже нравится. Так, давай без хуйни. Там, ебать, в двери ломится кто-то уже. Давай, приляг. Я тебе помогу. Помогу, не стесняйся. И потом сейчас... Не, ну тут долго. Три раза уже долго прям. Сколько там пасы, блядь? Двое, нахуй. Открыто, ебать. Тише, тише. Спокойно, блядь. Блядь! Блядь! О боже, спасла одежда, нахуй. Вот видите, два зомби, блядь. Я в прошлый раз так умер, кстати. Один есть, нахуй. Вторая есть, нахуй. Карта, но без пометок, ебать. Жакет обноски. Как я еще себя чувствую вообще? Куда меня пытаются кусать? Состояние отличное, здоровье. Непонятно, как себя чувствует мой жакет. Он меня спасает уже, блядь, который раз. Я даже не верю в суще... Блядь, кастрюлю с собой утащил. А, я ж поел суп, правильно. Тут уже все завонялось, нахуй. Ходить неприятно, блядь. Съебусь, пожалуй. А зомбики все? Ушлепали дальше? Ладно, хуй бы с ними. Ушлепали и хорошо, блядь, и заебись. Туда и дорога. Пошли машины проверять. Там еще был один товарищ, конечно, блядь, с топором в спине. И он, наверное, даже еще там. Бля, хуйню делаю. Он там? Да, вот он стоит. Бля, топор мне тоже этот очень нужен, но не сейчас. Это что за хуйня? Вот это сочная тачка. Приятного полежатия. Полежательства. Да падай, ебать. Проход в ноги же сделан. Так, нахуй. Так, нахуй. Прям въебало. Ничего такого вижу. Так, сверху, ребята, давайте сначала самую сочную машину проверим на этой пустоши. Ебать. Да, дальше веселее. Ну-ка, что в багажнике у вас? Закрыто у вас в багажнике. А рядом? Это я так захожу в машину, если что. Видимо, наверное, так надо. Ну-ка. Блять, закрыто. Окей, взлом машин. Проверим.